нашем сегодняшнем начале отопительного сезона у нас газ, договора подписаны, лимиты на газ получены в полном объеме. Котельные сейчас начинаются под, ну, запуск отопительного сезона. У нас это котельная, которая более 286 домов отапливает жилого фонда, 10 школ, 8 садиков, 7 больниц. Мы провели ряд мероприятий. Это с большое количество воздушных теплосетей, подземных теплосетей заменены, где было большой порыв и было много теплопотерь. Мы на теплопунктах поменяли насосную группу, это подача воды. Это значительно улучшило экономию, что позволяет качественно работать, не убивать оборудование, не убивать конъюнктивную часть наших котлов. Людям это дает? Это людям дает более низкие оплаты за тариф. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы. Естественно, конечно, будут какие-то мелкие неурядицы, где-то будет развоздушивание системы, это случается каждый год, но у нас на каждый район есть две бригады, которые этим занимаются, плюс личное эксплуатационное управление этими вопросами занимается. Поэтому я думаю, что эти мелкие недочеты, какие-то порывы, которые случаются, естественно, каждый год, и развоздушивание системы, мы будем оперативно убирать. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, еще раз заявить ответственность, что город готов к отопительному сезону. И я поздравляю всех с тем, что у нас будет в домах в ближайшее время тепло. И уже, я уже подчеркивал, на некоторых жилмассивах это уже можно почувствовать реально по батарее.